Приветствую вас, уважаемые телезрители. С вами телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телерадиокомпании «Глаз». В ближайшие полчаса наша программа познакомит вас с главными событиями жизни православной Одессы. Сегодня вы узнаете. Издревле в Святой Церкви существует обычай обращаться в молитве не только к самому Богу, но и к Его святым, как посредникам между нами и Господом. Перед чудотворным образом Божией Матери Млекопитательницы сугубо молятся прихожане каждое утро вторника в Свято-Успенском мужском монастыре. Первый день весны Святая Церковь совершает память одного из великих святых, вошедшего в историю Церкви как помощника и избавителя христиан от осквернения нечестивым императором Юлианом Отступником. Этот святой – великомученик Федор Тиран. Миссионерство и благотворительность – такими словами можно охарактеризовать деятельность Одесской епархии православной организации «Благовещение», одним из направлений которой является издание журнала «День ангела». 25-летней Ольге Чулковой срочно необходимы средства на лечение от рака. Подробнее об этом и многом другом мы расскажем вам прямо сейчас. Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы – исторический памятник нашего города. Но это не только шедевр архитектуры, но храм – Дом Божий. Своя долгая история, свои священнослужители, своя паства и своя особая святыня. Именно таким предстает этот храм перед глазами человека, который в нем побывал. Подробнее о Спасо-Преображенском соборе в этом сюжете. В сегодняшний день множество рациональных стереотипов становится препятствием на пути человека к Богу. Новые идеи и веяния все больше отдаляют человечество от Церкви Христовой, погружая его в пучину своих фантазий. Часто в наше время звучит вопрос: «Зачем ходить в храм, если Бог в душе?» Это излюбленный аргумент многих наших современников, которые позиционируют себя как люди, верующие в Бога, но не церковные. И кое в чем они правы. Ведь апостол Павел говорит, что каждый христианин есть храм Божий. Но все же неразумно было бы отрицать, что в самой простой церкви каждый человек чувствует себя как-то особенно. Некое чувство трепета возникает в его душе. А ведь истинная вера в Бога возможна только для того, кто всей душой тянется к общению со своим Создателем, а соответственно и к Дому Божию, который и есть храм Божий, чтобы самому стать храмом духовным. Таким храмом был еще при жизни и остался после смерти великий святитель нашей церкви, архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий Борисов. Здесь, в этом величественном сооружении, Спасо-Преображенском кафедральном соборе, находятся мощи этого не менее величественного человека, которого по праву называют вторым Златоустом. И сегодня особо, как и каждый вторник, к раке с его честными мощами приходят люди, и вместе с духовенством собора они молятся святому, чтобы помог им в их нуждах, утешил, научил, а кто-то просто пришел в храм Божий, чтобы услышать церковное пение и душой предстать перед своим Создателем. Святитель Иннокентий был человеком высокого ума и благородных нравов, а как правящий архиерей он заботился о своей епархии. На мысли всегда приходят первые слова тропаря, которым величается, воспевается этот великий угодник. И там говорится так: «От юных лет прилежа учению, благочестию, страху Божию, во благодати Христовой преуспевая». Святитель Иннокентий, начиная с своего отрочества, он жаждал той благодати, которая идет от Всевышнего Бога. Он был воспитан очень прекрасно своими родителями, отец его был священником. И уже с раннего детства святитель Иннокентий поучался благочестию, поучался кротости, смирению. И в столь раннем возрасте, именно в 10 лет, он был зачислен в епархиальное училище, которое закончил с отличием. Благочестивое воспитание и церковная жизнь, особенно участие в богослужении, вырастили в этом обычном, как и все мы, человеке, любовь к Богу, настолько сильную, что ради нее Иван Борисов стал великим подвижником, святителем Иннокентием. Сейчас мощи, то есть не поддающиеся разложению тела святого, хранится в Нижнем храме собора.
Именно там святителю Иннокентию совершается особое торжественное богослужение, которое на церковном языке называется акафистом. Этот нижний храм собора не был включен в первоначальный храм, ведь в 1936 году Преображенский собор был уничтожен мощным взрывом. Именно так безбожная власть насаждала свою идеологию, лишая людей дороги к святому Дому Божьему. Но по слову апостола, Бог поругаем не бывает, поэтому от атеистической власти не осталось и следа, а собор был восстановлен и торжественно освящен в 2010 году. И теперь в нем благоухает мощи человека, который некогда здесь молился, проповедовал, наставлял. Сегодня множество людей имеют возможность посетить этот храм, приобщиться к церковному богослужению в нем, исправить свои стопы, по слову псалмопевца Давида, к деланию заповедей Божьих, а также помолиться святому и самим на одно мгновение стать святыми, понять и проникнуться евангельской жизнью, осознать, что без храма невозможно одному плыть по бурному океану житейских проблем. В первый день весны Святая Церковь совершает память одного из великих святых, помощника и избавителя христиан от осквернения нечестивым императором Юлианом Отступником, великомученика Федора Тирана. Жизнь Церкви на протяжении веков – это не просто какая-то историческая цепь событий, но это благодатное действие промысла Божьего в каждой человеческой личности в отдельности и во всем церковном организме в целом. Церковь Господь, по слову апостола Павла, питает и греет. Заботясь о своей пастве, Небесный Отец являет различные чудеса, то есть такие события, которые не нарушают естественные законы природы, но превышают их. Такие чудеса всегда имеют особо глубокое духовное значение и совершаются для того, чтобы укрепить в людях веру, а не ради демонстрации. Одно из таких значимых чудесных событий в истории Церкви связано с христианским святым великомучеником Федором Тираном, который пострадал за веру в IV веке. Этот человек был воином, просвещенным светом Христовой истины. Будучи верным своему земному начальнику, Федор всем сердцем был предан и Небесному Отцу. Во время гонений воина-христианина, как и многих других слуг империи, вынуждали принести жертвы языческим богам, но воин отказался и принял смерть свободно и осознанно. Разумеется, что для современного человека такое событие выглядит наивно, просто культурный пережиток прошлого. Языческая жертва в наше время осталась как историческая память о недальновидности и примитивности наших предков. Наш прогресс очевиден и духовно-нравственный, и политический, и социальный, и научный. Именно так и размышляют многие люди. А на вопрос принесения жертвы ради спасения жизни ответ очевиден. Все-таки жизнь дороже. Но и мученики размышляли точно так же, как бы парадоксально это ни звучало. Только вот их взоры простирались намного дальше. Они заботились о жизни вечной, которую и сохранили. Федор Тиран не был фанатиком своей религии. На вопросы обвинителей он отвечал вполне логично. Так что судьям даже было интересно от него узнать о христианстве. Он осознавал, что те, кто будут его пытать и мучить, делают это по своему долгу. Их стереотипное мышление не позволяло осознать суть происходящего. Святой принял мученическую кончину, как и многие его братья-христиане, с должным смирением и твердой верой. Эта вера превысила закон естества, и святой предстал перед Богом уже не в мучениях, а в радости вечной славы. Но вот, спустя 50 лет после его смерти, случилось новое гонение на христиан. Император Юлиан, прозванный отступником за измену христианству, решил осквернить христиан. Зная, что они имеют только одно ограничение на пищу – не вкушать идоложертвенного, Юлиан всю пищу в Константинополе приказал окропить кровью. Но случилось чудо, через которое Господь явил свою заботу о церкви. Архиепископу Евдоксию явился пострадавший полвека назад Федор Тиран и предупредил его о планах императора. Христиане смогли сохранить свою духовную чистоту, и вместе с тем им было открыто то, что всемогущий Господь не оставляет человека никогда. Такой мистический смысл имеет все чудеса в нашей жизни – приход к вере в Бога. И только в этом русле мы и должны их рассматривать. Издревле в Святой Церкви существует обычай обращаться в молитве не только непосредственно к самому Богу, но и к Его святым,
как посредником между нами и Господом. В особенности же мы обращаемся ко Пречистой Его Матери, как заступнице рода христианского. Перед чудотворным образом Божией Матери Млекопитательницы сугубо молятся прихожане каждое утро вторника в Свято-Успенском мужском монастыре. Почитание Богородицы совершается в первую очередь через иконы. Множество прекрасных образов Богородицы украшает Святую Церковь. В месяце Сови числится около 300 почитаемых икон Божией Матери. Каждая имеет свое имя, и нет такого дня в году, который не был бы посвящен празднованию той или иной иконе Божией Матери. Особый иконографический тип образа Пречистой – Млекопитательница. Образ Богородицы Млекопитательница являет ее кормящей грудью Бога-младенца. По древнему церковному преданию, восходящему к V веку, икона принадлежала преподобному Савве Освященному и находилась в его лавре недалеко от Иерусалима. Перед кончиной святой предрек, что обитель посетит соименный ему богомолец царского рода, которому надлежит передать чудотворный образ. Предсказание святого Саввы исполнилось более чем через 6 веков. В 13 веке святитель Савва Сербский во исполнение этого завещания перенес икону в основанный им Хилиндарский монастырь на Афоне, где она пребывает по сей день в корейской келье святителя. Списки иконы в настоящий момент находятся на Афоне, в Италии, в Равенне, в Москве, в Одессе. Одесский образ находился до революции в Ильинском подворье в Одессе, в великолепном трехпрестольном храме, построенном преподобным Гаврилом Афонским в XIX веке. Главный престол собора был посвящен иконе Божией Матери Млекопитательницы. В настоящее время в храме, переосвященном в честь пророка Божия Ильи, иконе Божией Матери посвящен правый южный предел. Сама икона, привезенная преподобным Гаврилом Афонским, находится в Свято-Успенском Одесском мужском монастыре. В киоте иконы находятся две редчайшие святыни православного мира – часть хитона Пресвятой Богородицы и часть ризы Христа Спасителя. Церковь исповедует Святую Деву Богородицу, так как она по плоти родила Слово, сущее от Бога, ставшее плотью. Пречистая родила Бога, зачав Его бессеменно от Святого Духа, и пребывает Преснодевою до рождения Христа, в Рождестве и после Рождества, за что мы и воспеваем ее в молитвах. Радуйся, Богородица, Дева Млекопитательница, милосердие нас преснопитающая. Изображение кормящей Христа Спасителя Божией Матери говорит о глубоком символическом значении, которое придается этой иконе. Божия Матерь, из которой течет мед и млеко, является подательницей жизни вечной, образом рая. И каждый православный христианин уповает на заступничество Богородицы, дабы по ее святым молитвам мы удостоились вечного небесного блаженства. Во Святой Успенской обители каждый вторник в 7 часов утра нашим правящим архиереем, высокопреосвященнейшим митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом совершается акафист Божией Матери, на котором присутствует духовенство Одесской епархии, вся полнота Одесской духовной семинарии и множество молящихся одесситов. На акафисте прославляется высшая из всех небесных сил и святых, ведь она – наша первая помощница, наша заступница перед Богом. Существует немало преданий об исцелении страждущих по молитвам по Пресвятой Богородице перед ее иконой. Также и кормящие матери просят помощи у Матери Божией перед образом Млекопитательницы. И каждому, кто обратится с верой, Пречистая является несокрушимой крепостью. Она не оставляет нас и всегда питает своей милостью. Миссионерство и благотворительность – такими словами можно охарактеризовать деятельность в Одесской епархии православной организации Благовещения, одним из направлений которой является издание журнала «День ангела». Об этом журнале и о его значении в евангельской жизни православных одесситов вы узнаете прямо сейчас. Жизнь по Евангелию – это не обычная теория, а живая практика. Но эти два понятия взаимосвязаны неразрывно. И для человека, входящего в церковь, равно как и для подрастающего ребенка, всегда нужно знание основ христианства. На это рассчитана деятельность такого православного журнала, как «День ангела». Господь Иисус Христос в Священном Писании, обращаясь к нам, к христианам, заповедует быть такими, как дети. И вот это мудрое слово Спасителя, мудрое, нечеловеческое, а божественное мудростью, оно, конечно же, иногда вызывает вопрос, как так, почему как дети, почему не как мудрецы, не как люди, познавшие жизнь, долгую жизнь, либо глубокие знания, имеющие в своем интеллекте.
именно как дети, потому что в детях заключена целостность, целостность всей их природы. Главный редактор журнала, секретарь Одесской епархии протоиерей Евгений Гутьяр, выпускающий редактор и составители журнала рассказали программе «Телевизионное епархиальное обозрение» о том, как происходит работа над этим изданием. Изданием журнала «День Ангела» занимается благотворительная организация «Благовещение», которая действует по благословению митрополита Агафангела с 2009 года. Сам журнал издается с декабря 2012 года, и в свет уже вышло 18 номеров. Журнал, как издание, действует в двух направлениях – просветительском и благотворительном. Учитывая, что журнал издается благотворительной организацией, то основной нотой, которая есть в звучании этого журнала, это, конечно, милосердие и доброта. Поэтому и рубрики, которые есть у нас в журнале, соответствующие. Есть рубрика «Милосердие», есть рубрика «Помогаем вместе», есть такой раздел, как «Наши папы, наши мамы». Все эти разделы журнала, они рассказывают, помогают ребенку и взрослому человеку осознать и узнать такую добродетель христианскую, как милосердие, с разных сторон. Издатели журнала активно взаимодействуют с различными церковными организациями Одесской епархии и ставят перед ними общую цель. Журнал «День Ангела», конечно же, является епархиальным подразделением и выходит под эгидой отдела религиозного образования и катехизации. По благословению владыки митрополита Агафангела, деятельность отдела религиозного образования и катехизации имеет настолько широкий спектр своей деятельности в епархии, что, конечно же, журнал «День Ангела» – это то подспорье, которое во многом, на которое во многом в своей деятельности отдел и опирается. Каждый номер журнала – это длительная работа креативной команды. Статьи и рубрики содержат множество интересных тем, которые могут осветить не только аспекты духовной, но и повседневной бытовой жизни. И хотя журнал во многом рассчитан на детей, здесь есть вопросы, интересующие и взрослых людей. Кроме интеллектуального багажа знаний, читатели также могут и приучаться к труду и к практическим навыкам. Есть очень рубрика. Рубрика интересная у нас «Умелые ручки». В Украине существуют аналоги этому журналу, однако такие издания являются широкообъемлющими и многотематичными. Издатели же этого журнала сосредотачивают внимание на всем том, что может быть интересно любому читателю. В целом, для журнала нет никаких возрастных ограничений. Здесь интересные истории, рассказы, пестрые головоломки гармонично сочетаются с серьезными темами духовной жизни. Издательский коллектив очень серьезно подходит к работе над каждым номером. Заранее продумываются темы. Приветствуются отзывы и предложения читателей. Интервью со стороны активных священников Одесской епархии помогает издателям осветить новые темы, а священнослужителям предоставляет открытую возможность ответить в печати на вопросы паствы. К тому же известен случай, когда благодаря чтению журнала ранее нецерковный человек стал активным участником христианской жизни. Наталья, скажите, почему ваш журнал называется «День Ангела»? Потому что каждый человек хочет больше знать о том святом, имя которого он носит. И поэтому мы даем возможность на страничках журнала побольше узнать об этих святых. Слово «ангел» с греческого языка на русский переводится как «вестник». Ведь ангелы Божии – это провозвестники воли Небесного Отца. Они участвовали и участвуют до сих пор во всех этапах в истории спасения человечества. И в первую очередь они доносят волю Божию до человека. Подобное благовестническое служение несет и журнал «День ангела». Хочется также отметить, что журнал существует только благодаря читателям, ведь он основан на меценатских началах, потому всякий человек, приобретающий его, вносит посильную лепту в издание новых экземпляров и делает вклад в пожертвования для онкобольных детей, которые всегда особо нуждаются в нашей помощи и поддержке. Приближается время Великого Поста. В храмах совершаются богослужения, подготавливающие нас к осознанному подходу к покаянию и исправлению. Неделя о страшном суде напоминает нам о тех событиях, когда Христос придет в славе Своей и все святые ангелы с Ним для последнего всеобщего суда над человечеством. Смятение, войны, землетрясения, голод, междоусобицы,
природные катаклизмы. Вот признаки приближения конца мира, которые даны нам в Библии и которые отчасти можем мы видеть уже сегодня в нашей жизни. Люди страдают от зла, от страха, от болезней. На земле уже давно не жизнь, не радость жизни, а мучительное состояние отпадения от Бога и Его заповедей. Признаки последних времен описываются в книге «Апокалипсис» в образах и сокровенно, но церковное предание объясняет нам, что когда наступит второе пришествие Христа, то едва найдет Господь веру на земле. Люди достигнут крайней точки гордости, злости и неблагодарности. Придет Антихрист, и вместе с отпадением от жизни будет оскудение нравственности, истощение добра и нарастание зла. Тогда произойдет конец мира, и приедет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним. Конец мира не означает его уничтожение. Будет обновление всего, мертвые воскреснут, каждый в своем теле, и будет новое небо и новая земля. Наступит время страшного суда, когда соберутся перед Богом все народы, и Он отделит одних людей от других, верных и добрых от безбожных и злых, подобно тому, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит праведников по правую свою сторону, а грешников по левую, и скажет праведникам: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Люди, сотворившие милость ближнему, сотворили милость перед очами Божьими. И такие люди наследуют царство славы, которому не будет конца, и в котором они будут вечно познавать Бога. А люди, которые во временной жизни не жили по совести, по божественным законам, услышат от Христа грозные обличительные слова: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, и пойдут сии в муку вечную». Неверующие и беззаконники будут преданы вечной муке, вечному огню, вечному мучению вместе с дьяволом. Но не потому, что Бог хочет их гибели, а потому, что они не приняли любви истины для своего спасения. Они упорно противостояли истине, и жизнь их была прекращена именно тогда, когда уже не было никакой надежды на их исправление, и ушли они в вечную смерть, в гиену огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает, где плач и скрежет зубов. Христовы слова, сказанные им в притче с особенной ясностью, показывают, что страшный суд будет моментом осознания того, что многие, уверенные в своем спасении, вдруг окажутся осужденными, а те, которые были милосердными к своим ближним, окажутся спасены. Притча о страшном суде «Царь славы» указывает нам о добром отношении, которое мы должны оказывать своим ближним, Божьим меньшим братьям. От нас требуется кормить голодных, напоить жаждущего, одеть имеющего недостаток в необходимой одежде, посетить находящегося в тюрьме, посещать больных, беженцев принять в дом, погребать умерших в нищете, творить добрые дела, чтобы не были мы осуждены на муки. Великий страшен будет момент обличения совести, когда раскроются книги жизни каждого из нас, когда станет явным всем и самому себе, что корни пороков в душе человека, и состояние души определяет направо или налево. Тогда уже не на кого нам будет надеяться, ибо суд Божий праведен, и каждый получит по делам своим. Потому и суд называется страшным, ведь Христос будет судить так, что совесть каждого человека откроется перед всеми, и обнаружатся не только все дела, но и все сказанные слова, помышления и тайные желания. И всякое зло, в котором человек со всей искренностью не покаялся на исповеди, всякий грех, который мы пытаемся утаить, всякая нечистота души, все это на страшном суде будет выявлено. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу, говорит Христос. Когда Господь Иисус Христос придет судить человечество, неизвестно. Потому надо жить так, чтобы мы всегда были к этому готовы. Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приедет. Двадцатипятилетней Ольге Чулковой срочно нужны средства на лечение от рака. Девушке несколько месяцев назад поставили диагноз лимфома Ходжкина второй степени. У Ольги была злокачественная опухоль. Девушку прооперировали, и теперь она проходит курс химиотерапии в Одесском областном онкодиспансере. По словам специалистов, для полного выздоровления девушке предстоит 6 сеансов химиотерапии, а дальше облучение и повторное обследование. Каждый такой курс обходится в несколько тысяч гривен. Так как Ольга не работает, а ее мама сама не может оплатить лечение, она обращается ко всем неравнодушным помочь ей побороть болезнь вместе.
Ольге Чулковой 25 лет. Она живет с матерью в селе Протопоповка Беляевского района. Еще недавно девушка чувствовала себя прекрасно, но в декабре 2015 года у нее обнаружили злокачественную опухоль – лимфому Ходжкина. Врачи говорят, что заболевание излечимо, и большинство пациентов уже после курса химиотерапии успешно выздоравливают, на что надеется и Ольга. Заболевание обнаружилось где-то в середине декабря. После того, когда я приехала с сессии, учусь я в Харькове на заочном, в юрокадемии Ярослава Мудрого, я заметила за собой как бы то, что у меня очень сильно болит сердце, решила обратиться в нашу поликлинику МВД к своему терапевту. Там уже она при осмотре заметила у меня припухлости над ключицей с левой стороны и решила направить сюда. Онкодиспансер для прохождения обследования. Через некоторое время установили диагноз лимфома Ходжкина, вторая стадия. Сейчас я прохожу химиотерапию. Так как Олечка сейчас уже на больничном, получается, не может работать. Работаю только я и бегаю в больницу туда-сюда, заработку уже. Вот. Поэтому все взялись помогать нам. Спасибо большое всем. Батюшке, отцу Михаилу. Селинки. Самой большой для нее депрессии было это ее длинные волосы обрезать. Очень длинная коса ниже попы. Это, она очень тяжело пережила, вообще сильнейшая депрессия была. Ну, все объясняют ей, что выздоровеет, вырастут волосы, что все будет в порядке, и как бы она тоже настроена на хороший лад. Вот, тем более врачи обещают, что такое заболевание лечится. Диагноз называется лимфома Ходжкина. Это заболевание, лимфопролиферативное заболевание, заболевание лимфатической системы. К сожалению, вся онкология в последнее время имеет тенденцию к росту числа заболеваний. А вот так называемое лимфопролиферативное заболевание, лимфома Ходжкина, не ходжкинская лимфома, вот что-то в последнее время их становится все больше и больше. Прогноз данного заболевания благоприятный, добиваемся ремиссии и дальше больной находится под наблюдением. Сейчас девушка проходит курс лечения химиотерапии, рассчитанной на ближайших полгода, а затем радиотерапия и повторные обследования. Больная в настоящее время получила первый курс химиотерапии и на данный момент поступила для второго курса химиотерапии. В настоящий момент больная отмечает субъективное улучшение. Это жалобы на повышение температуры, пытливость у нее на данный момент отсутствуют, что является косвенным фактором благоприятного прогноза и чувствительности данного заболевания к назначенному лечению. Для полного излечения изначально было сказано, что нужно пройти 6 курсов химиотерапии. Каждый курс у меня делится на 2 раза, то есть через каждые 14 дней я получаю как бы химиотерапию. Кроме этих капельниц есть еще такое, как обследование перед каждой химией, перед каждым курсом приходится проходить обследование, которое тоже, естественно, обходится немало. Только одна химиотерапия обходится семье более чем в 5000 гривен. А это около 10 тысяч гривен в месяц. Таких денег у семьи нет. Я хочу обратиться еще ко всем добрым людям, да, чтобы не были равнодушными, чтобы помогли мне спасти моего ребенка. Я буду благодарна за каждую гривну, которую смогут люди выделить. Заранее всем большое спасибо. Призываем у вас не оставаться равнодушными к судьбе молодой девушки, которая мечтает иметь семью, стать мамой, быть здоровой и снова иметь длинные густые волосы. Реквизиты можете видеть на своих экранах. Дорогие телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и желаю мира, добра, благополучия. До новых встреч в эфире.